Подготовка к проведению освещения по Янаульскому шоссе началась еще этой весной. По закупке оборудования торги выиграла екатеринбургская фирма, после чего было приобретено 65 опор высотой 9 метров. Освещать дорогу будут качественные светильники и лампы компании «Philips». На сегодняшний день производится установка непосредственно самих светильников. Уже совсем скоро водители сами смогут увидеть и оценить результаты кропотливой работы нефтекамских электросетей. Светильники тоже хорошие. Это с хорошими отражателями, с хорошими рассеиваниями. И лампы тоже, лампы Philips, тоже хорошие. Но не хуже, чем на Тышкиновской трассе. Я думаю, до 1 июля работы будут полностью закончены. То есть от первого кольца до второго кольца, скажем, от Заводского. Но в дальнейшем, наверное, планируется продолжение уже до поворота в аэропорт. Будут проведены работы.